Столичные хоккеисты проиграли гостям из Челябинска со счетом 1-5. Для местной команды это уже второе поражение подряд в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Напомню, в первой игре домашней серии «Барыс» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» со счетом 1-2. Следующая игра с танинской командой пройдет дома. «Барыс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча команд состоится уже завтра.